С 9 по 13 декабря в Днепропетровске на базе Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова пройдет тренинг на полный курс медсамбата. Программа курса будет максимально адаптирована к специфике травм и ранений, с которыми сталкиваются украинские врачи в зоне проведения АТО. Заметим, что тренинги будут проводиться с участием местных консультантов и зарубежных экспертов.